Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 58-м уроке видеокурса «Landing Page для начинающих». В этом уроке я хочу вам показать виджет перенаправления или по-другому редирект. То есть виджет автоматически позволяет вам перенаправить вашего пользователя туда, куда вам нужно. То есть на другую страницу, на внутреннюю страницу и так далее. В каких случаях это может пригодиться? Сейчас перед вами открыт сайт. Если я, например, кликаю «Подать заявку», оформляю форму и нажимаю «Отправить», то меня выбрасывает на новую страницу, страница благодарности. То есть давайте освежим память и посмотрим, как это работает. Переходим в Adobe Muse. В Adobe Muse это обычная форма. В обычной форме вы знаете, что можно сделать так, чтобы, то есть, перенаправить человека после того, как он оформит заявку. Нажмет на кнопку «Отправить», ему можно предложить скачать файл или перенаправить на какую-то другую страницу, или же остаться на этой странице. Как я здесь и поступил. Я в форме, в настройках, вот здесь есть поле «После отправки», я выбрал внутреннюю страницу, она называется «Спасибо», я ее просто так назвал. То есть, смотрите, вот структура моих страниц этого сайта, это просто внутренняя страница «Muse». Если мы перейдем внутрь, это просто страница благодарности за то, что он, человек, обратился ко мне с заявкой создать лендинг, да? И что я сделал? То есть, смотрите, я виджет перенес именно вот на эту внутреннюю страницу. Нам не нужно, чтобы с главной у нас автоматически куда-то нас перенаправляло. То есть, смотрите, еще раз. Человек оформил заявку, его перекинуло на эту страницу, на внутреннюю страницу. И все, по сути, он бы там и остался. Было бы прикольно, чтобы через несколько секунд человек автоматически перебросил на главную страницу. Что я и сделал. Смотрите, вот этот виджет. Здесь настроек практически нет. Тайм-аут — это секунды. По стрелочкам вы можете здесь управлять, прибавлять или убавлять секунды. Я решил сделать, что это сообщение он будет видеть 2 секунды. И автоматически его перебрасывает на главную страницу. То есть у меня уже сайт залит на хостинг, имеет домен. И я просто здесь указал главную страницу. Главная страница – это вот эта первая страница лицевая, откуда он совершил заказ. То есть это достаточно прикольно, да, чтобы он не оставался на той странице благодарности. То есть виджет тут объясняет, смысла нет, тут и так все понятно. Давайте просто на примере посмотрим работоспособность данного виджета. Например, я клиент, я захожу на сайт и хочу оставить заявку. Пишу имя, email и нажимаю на кнопку «Отправить». Мы видим, 2 секунды, видите, нас перебросило на страницу, и вы сейчас видели, автоматически через 2 секунды меня перебросило обратно на главную. Вот, в принципе, и все об этом виджете. Если вас этот виджет заинтересовал, под этим видео будет ссылка на мой сайт, перейдете на мой сайт и скачаете данный виджет. На этом все, и увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse, без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!